Выдвижение кандидатов в Мурманскую областную думу и думу государственную завершено. В ближайшее время облсберком объявит точное число желающих принять участие в предвыборной гонке. Между тем, сроки выдвижения в Мурманский горсовет стартовали только 10 июля и продолжатся до 9 августа. На сайте ТИКа размещена информация о трех соискателях на мандат депутата горсовета. Это самовыдвиженец Роман Глек, основатель официальной группы Мурманского ВКонтакте, и два представителя партии «Роста» – бизнесмен Николай Пальченко, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, и местный пенсионер Дмитрий Гущин. Напомним, что довыборы в Совет депутатов Мурманска были назначены после того, как сразу два народных избранника сложили свои полномочия досрочно. Ольга Дзюба стала министром образования Мурманской области, а Сергей Вилли решил переехать на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Между тем, еще одно кресло в Совете по факту пустует. Депутат Мурманского горсовета и экс-руководитель управления дорожного хозяйства Станислав Ланин был взят под стражу по подозрению в получении взятки еще в мае.